Немного поговорим о переносе атрибутов с одной геометрии на другую. Допустим, у нас такая простейшая сцена. Какой-то грид. Я добавил ноду Color в режиме Bounding Box, чтобы получить вот такой красивый цвет. Но, предположим, у нас здесь какой-то сложный объект, и мы долго рисовали этот цвет. Теперь я хочу перенести этот цвет на другой грид. Ну, в данном случае он абсолютно точно такой же. Совпадает полностью. Для этого очень подойдет нода Copy Attribute. Здесь все просто. Обычное копирование атрибутов по индексам с одной геометрии на другую. В первый input мы подаем геометрию, на которую нужно нам копировать атрибуты. Это, соответственно, новый грид. Во второй подаем тот, с которого копировать. Пунктирная линия обозначает, что данный input использует геометрию только как референс. То есть ссылается на нее, чтобы что-то там узнать, но она не идет в финальную геометрию. Просто оттуда забирается какая-то информация. В данном случае забирается значение атрибута. Смотрим на эту ноду, видим, что цвет прекрасно перенесся. Даже если я здесь как-то поверну эту геометрию, цвет все равно правильно перебросится. Потому что идет копирование просто по индексам. А по индексам чего? Указано вот здесь. Атрибут класс. В данном случае автоматический, он определяется из имени атрибута. Но можно указать форсированно. Идем дальше. У нас здесь есть геометрия того же самого грида, но я добавил ноду sort. Нода sort находится в режиме random. Она перемешивает индексы точек. Например, мы возьмем, посмотрим сюда. Были такие индексы. Вот здесь они идут по порядку. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Переставляем сюда. И видите, что индексы абы где. Просто рандомно разбросаны. Если мы сейчас применим ту же самую ноду copy, вот сюда перемещаем, подключаем, цвет переносится неправильно, потому что индексы не совпадают. В этом случае нам поможет другая нода. Она называется атрибут transfer. Этой ноде индексы не нужны. Она работает от расположения в пространстве. Кидаем сюда исходную, сюда ту, с которой копируем. И видим, что снова атрибуты перенеслись правильно. Несмотря на то, что я ничего здесь не указал, она переносит все. Но можно указать цвет. Если отключить поинтовые атрибуты, соответственно, она не будет переносить. И у нас есть здесь вторая вкладка, в которой настраивается этот трансфер. С ним мы чуть позже поработаем. Также эта нода, атрибут трансфер, позволяет переносить цвет на геометрию с отличающейся топологией. Вот здесь у меня есть грид, у которого намного больше точек. Что в этом случае будет? Подключаем сюда и получаем то же самое. Это оригинал, это новый. Цвет перенесся правильно. Опять же, потому что он работает от расстояния, а не от каких-то индексов. В этом простом примере, конечно, работает все красиво. В более сложных примерах могут быть проблемы. Но с ними мы разбираемся по месту. Давайте сейчас сделаем еще такой пример. Я создам ноду add. Создам здесь одну точку. Вот такую. Покажись. Вот она здесь. Теперь сделаем ноду color. И зададим ей красный цвет. Если маркеры точек убрать, видно, что точка красная. Ну, не знаю, как вам видно или нет. Будем считать, что она красная. Теперь берем вот этот грид. Очень плотный. И атрибут transfer. И копируем цвет с этой точки. Что мы увидим? С одной точки полностью на весь грид перенесся цвет. Но мы можем зайти в Condition и немного уменьшить радиус. Теперь видно, что перенос происходит только на определенном расстоянии. При этом мы можем сейчас сделать размывку. Но работает она сейчас не очень адекватно, потому что на исходной геометрии нет цвета. Давайте скопируем color. Здесь он будет белый. Добавляем blend. Теперь видно, что белый цвет смешивается с тем, который мы трансферим. На самом деле, трансфер атрибутов – это очень мощный инструмент для процедурной анимации или моделирования. Этот цвет мы можем использовать в дальнейшем для каких-то моделинговых конструкций. И при этом можем взять вот эту точку и как-то санимировать. И в каждом кадре цвет будет у нас трансфериться как-то иначе.
Чем дальше она от поверхности, тем меньше цвета. Пример с таким трансфером мы обязательно сделаем на практике. Есть еще несколько нот для работы с атрибутами, но вы их рассмотрите уже самостоятельно. Например, атрибут Interpolate, который занимается смешиванием атрибутов. Атрибут Mirror используется, например, в риге, когда нужно отразить какие-то атрибуты с одной половинки персонажа на другую. Есть ноды и попроще. Например, атрибут Rename занимается просто переименованием атрибута. Или атрибут Delete, соответственно, их удаляет. И напоследок такой трик. Помните, что атрибуты всегда занимают оперативную память. И нередко их лучше чистить, особенно когда они уже не нужны. Есть такая нода, называется Clean. С помощью нее можно быстренько почистить атрибуты. Ставите галку здесь, и все атрибуты будут удалены. Также она может удалять группы и различные другие операции. Если же вам нужно удалить много атрибутов, кроме какого-то одного, здесь оставляем звездочку и пишем пробел. Вот такой символ, это Shift 6. И имя атрибута, который нужно оставить. Enter. И, как видите, цвет у меня остался. Все остальные атрибуты, ну, если бы они были, они бы удалились. Также через пробел можно указать атрибуты, которые вам нужно оставлять.